Для меня кино – это ожидание. Ожидание того, что через мгновение придуманный тобой мир станет реальностью. На экране появятся герои, каждый со своей историей и судьбой. Кино. Важно, чтобы каждый момент был убедительным, внушал доверие, заставлялся переживать. Кино – это четко выстроенный кадр, точно отрепетированное действие и слово. Но самое главное – это правда. Это жизнь. Так рождается кино. Телевизоры кино. Четко, ярко, реалистично.